К вам пришла жалейка. Что делать с этим фактом? С этим делать очень просто. Внутри нашего прекрасного берестяного раструба лежат трости. Мы их оттуда достаем. И там их целых две. Каждую жалейку нашу крестьянскую мы комплектуем двумя натуральными тростями. И одну мы можем взять и сразу куда-нибудь положить, только чтобы не забыть. И чтобы на нее никто не сел своей попой. Потому что это все-таки тростник, он натуральный. Вот, и мы ее положим, и она у нас будет запасная. А вторую мы берем и вставляем в инструмент. Это очень важно, как вставляем. У нас, у нашей трости есть там, где открыто, трубочка у нас, и там, где она закрыта. Так вот, мы вставляем в нашу жалейку, вот тут у нас раструб, с противоположной стороны мы вставляем. Я, конечно, понимаю, что я сейчас говорю абсолютно очевидные вещи. Что вот ты нам рассказываешь, расскажи лучше, как настраивать. Как настраивать, я рассказывал в другом ролике. Так вот, мы вставляем, просто некоторые люди, они не в курсе порой, куда вставлять. Они, что делать с этим? Вот мне представить, Джейк, они впервые сталкиваются с духовыми инструментами. Уважаемые люди, мы вас очень глубоко понимаем. И для этого, для нашего понимания и вашего разумения, нет, для вашего понимания, мы делаем этот ролик, что трость надо вставлять открытой стороной, вот там, где трубочка у нас открыта, в противоположную от раструба сторону. Мы вставляем, и если мы помним по другим нашим роликам, язычок, который вот у нас создает всю нашу божественную звуковую вибрацию, вот он есть на трости, язычок должен быть смотреть вверх, то есть туда же, куда и дырочки. Вот у нас дырочки сверху, вот они, да? Язычок смотрит тоже вверх. Это в каких-то нюансах игры, это бывает важно. Хотя, в принципе, по большому счету, он может смотреть любую сторону, как хотите, так и вставляйте. Но вот для какой-то такой небесной правильности вставляйте язычок тростью вверх. Это вам поможет. Вот, вставили, дальше пробуем, закрыли все пальцы, все дырочки пальцами. От правой руки мы используем 3 пальца и ставим ее ниже. От левой руки мы используем 2 пальца. Хоть вот эти, хоть вот эти, хоть через один, любые из, 2 из этих 3. Как вам удобно. Ставим и пробуем что-нибудь играть. Еще важно помнить, что инструмент, благодаря, ну, из-за того, что трость у него натуральная, из тростника, из испанского тростника, где еще такое возьмете? Только в Испании. Сам лично езжу, там срезаю, привожу, сушу, все как положено. И она входит в свой строй, трость, только через какое-то время игры. Ну, скажем так, минуту поиграли, и вот тогда уже все строит. Как правило, строй немножко понижается от того, что мы поиграли, трость согрелась, вот, и все, дальше можно уже играть то, что надо, то, что хочется. Настраивать жалейку мы уже рассказывали в другом видео. Тут я только рассказал, вот как начать играть. Вот. У вас, не забывайте, есть запасная трость. И да, и самое главное, не теряйте трости. Вот умоляю вас, не теряйте. Вечно вот, а куда я дел? Раньше мы клали одну трость людям, и этого хватало. Некоторым не хватало, они теряли эту одну несчастную трость. Пишут, сделайте нам новую трость. Но мы, конечно, делали. Теперь мы решили выйти из положения.
И специально для вас сложим в каждую жилейку две трости. Это очень шикарно и роскошно вообще быть жилейщику с двумя тростями. Но в каких-то случаях это людям поможет. Вот. И эту вторую трость запасную вы куда-нибудь в укромное место положите. И пока эту не потеряете, эту вторую запасную не доставайте. А как настраиваем жилейку, это мы рассказываем в другом ролике. На сегодня все.